Рада приветствовать вас на канале «Модные новинки». Летом всегда хочется добавить в свой гардероб ярких красок. Модные тенденции 2022 года представляют широкий выбор стильных идей. Дизайнеры предлагают вспомнить о стиле нулевых и сделать упор на ностальгических мотивах. Например, низкой посадки, которая вернулась из 2000-х годов, обратить внимание на блузки с рюшами и воланами, короткие мини и на обувь с объемной платформой. Все это будет на самом пике популярности в этом летнем сезоне. Сегодня предлагаю вам вдохновиться свежими идеями стильных летних образов. Приятного просмотра! При выборе платья на лето 2022 года стоит обратить все внимание на легкие летящие модели, которые могут быть как мини, так и макси длины, на платье с тонкими бретелями, модели с рукавами-фонариками и на свободные платья-рубашки, которые можно дополнить поясом. Дизайнеры предлагают самые разнообразные модели, подходящие для любого типа фигуры. На пике популярности платья с разнообразными рисунками, такие как мелкие цветочные мотивы, анималистичные и этнические рисунки и принт тай-дай. Не менее актуальными будут и однотонные модели, которые придутся по вкусу тем дамам, которые предпочитают более сдержанный стиль. А модницам, которые любят экстравагантные образы, стоит обратить свое внимание на модели с вырезами на талии или на спине. Такие платья удачно подчеркнут фигуру и создадут соблазнительный образ. Свободные рубашки оверсайз прочно вошли в женские гардеробы. Их важное достоинство в том, что они прекрасно смотрятся почти во всех стилях и гармонируют с любым низом – джинсами, шортами, платьями и юбками разной длины. Также рубашку можно надевать поверх футболки или топа, чтобы создать более сложные и многослойные интересные образы. Комбинезоны вернулись в тренды еще в прошлом году. Они могут быть как джинсовыми, хлопковыми, так и льняными. Их выгодное достоинство в том, что они сочетаются практически с любой обувью. Босоножками, балетками, кроссовками, кедами или лоферами. С любой обувью они будут выглядеть прекрасно. Обувь на платформе всегда можно найти в магазинах. Однако именно в этом сезоне она будет на самом пике популярности. Это могут быть туфли, босоножки, кроссовки или кеды. Подобрать подходящую обувь можно под любой наряд. С помощью такой обуви девушки с невысоким ростом смогут визуально удлинить ножки и сделать фигуру более утонченной и женственной. Важно помнить, что платформа не всегда может быть удобной для долгих прогулок. Поэтому важно подобрать более удобный вариант для повседневных образов. В последнее время дизайнеры все больше уделяют внимание широким брюкам и джинсам, ходить в которых будет легко и комфортно. На пике популярности низкая посадка, хотя модели с завышенной талией по-прежнему остаются актуальными. А джинсы со стрелками спереди стали хитом этого сезона. Также в моде классические модели момс и джинсы с рваными вставками, брюки карго со множественными карманами, клеш и, конечно же, классические модели. Каждая модница сможет подобрать то, что подойдет ее стилю и образу жизни. Мода на костюмы прочно закрепилась в последние несколько лет. Лучше всего подбирать универсальные модели, которые будут хорошо гармонировать как с обувью на плоской подошве, так и с каблуком. Важное достоинство в том, что элементы костюма можно носить отдельно, создавая новые необычные образы.
Помимо классических оттенков, производители предлагают девушкам яркие варианты. Например, розовые, голубые, зеленые, оранжевые и ярко-желтые модели. Жарким знойным летом не обойтись без шорт, которые у многих модниц становятся на летний сезон самым востребованным нарядом. В этом сезоне по-прежнему популярностью пользуются удлиненные модели с завышенной талией. Они прекрасно сочетаются в тандеме с топами, рубашками и даже жакетами. В сочетании с сандалиями, балетками, кроссовками или кедами. Не менее актуальными остаются джинсовые, хлопковые и льняные шорты средней длины. Ну и, конечно же, какое лето без женственной юбки. Сегодня по-прежнему не сдают своих позиций юбки плиссе. В тренде легкие струящиеся модели как мини, так и макси длины. Еще один интересный вариант – юбки длины миди с вырезом на ноге. И все больше набирает популярность удлиненная юбка-карандаш. Топы в 2022 году – это настоящий must-have, причем они могут быть самыми разными. Для спортивных и повседневных образов прекрасно подойдут топы бра, которые могут быть вязаными, трикотажными, сетчатыми и даже джинсовыми. Не менее популярны топы с удлиненным рукавом и завязками на талии, они уже несколько сезонов не сдают своих позиций. А также кроп-топы на тонких или широких бретелях, модели с рукавами-фонариками и всевозможными завязками. Мода на 2000-е возвращает любовь к длине мини. Короткие юбки и платья – все то, что присутствовало практически в любой дизайнерской коллекции весна-лето 2022. Это лето – прекрасная возможность для девушек, которые хотят продемонстрировать свои привлекательные ножки, не выглядя при этом слишком легкомысленно. На этом все. Спасибо всем, кто оставался со мной и досмотрел этот ролик до конца. Всем пока-пока. До новых встреч.